небольшой тест. HLG Gamma 10B422 из Panasonic GH5. Значит, вот файл такого вот непонятного цвета. Вот эта штучка квадратная, это досточка, на которую намотана тефлоновая лента абсолютно белого цвета. По ней очень хорошо ставить баланс белого. Крайне рекомендую иметь. Итак, ребенок. Свет из окна натуральный. Свет в комнате искусственный. Применяем простой лут от господина Дрифуда. Рек 2020, Турек 709. Пум. Есть. После этого поднимаем чуть-чуть яркость картинки. Как-то так. Немножечко уберем верха самые. Абсолютно натуральный цвет лица. Может быть, немножечко дадим контрастика по коже. Чуть-чуть. Точка теней, точка светов. И немножко их разведем. Вот так вот. Буквально чуточку. Стало объемно, но немножко шумно. Уберем детали. Немного в медтонах. Стоит это делать или не стоит, это ваше личное дело. Давайте эту ноду снимем на время. Пробуем контраст сделать немножко по-другому. Просто добавим контраст. Есть. Отличная картинка, передача цвета, объема. Дальше уже можно баловаться по вкусу. Например, популярный лук, где черные должны быть черными, а яркие должны быть белые белыми, никаких оттенков. Это можно сделать так. В закладке Lum VS Saturation. Вот. И может быть немножечко Saturation щечкам дать. Все.